На литейном машиностроительном заводе Караганды завершается масштабная модернизация производства. Теперь предприятие приступило к цифровизации технологических процессов. В своем послании президент напомнил казахстанцам, что страна переходит к созданию промышленности цифровой эпохи. Марина Золотарева побывала на заводе и почитала плюсы промышленной революции. Порядка 14 миллиардов тенге потратил литейный машиностроительный завод на модернизацию производства. Токарные станки сменили умные машины с числовым программным управлением. Оператор устанавливает деталь, вводит нужную программу, и уже через 4 минуты инновационное оборудование выдает необходимое изделие. Дает существенную экономию времени разработки, уменьшение количества ошибок за счет того, что ошибки смотрятся виртуально, а не в тот момент, когда это происходит столкновение на станке. На предприятии приступили к электронной конструкторско-технологической подготовке производства. Более 100 рабочих мест на заводе оснащены передовой компьютерной техникой. 95 сотрудников предприятия научили работать с цифровыми технологиями. Для этого с участием германских и российских специалистов была создана учебная программа. Глава государства особенно подчеркнул, что человеческий капитал как никогда выходит сегодня на первый план. В этом году компания заложила в бюджет более 600 миллионов тенге на обучение специалистов. Предприятие у себя на территории организовало кафедру новых технологий и производства оборудования. Модернизация проходит без остановки производственного процесса. Карагандинский литейный машиностроительный завод обеспечивает промышленные компании области горно-шахтным оборудованием. В прошлом году предприятие выпустило продукцию более чем на 6,5 миллиардов тенге. Это в два раза больше, чем до модернизации производства. Марина Золотарева, Сайлау Ивликов, Асет Асаинов, Караганда, Хабар 24.